Это Валька. Давай расскажем, где мы гуляем. Давай. Мы гуляем в Воронцовском парке, который находится рядом с нашим домом. Мы очень почему-то давно в него не ходили, потому что мы все время заняты с чихуашками. Куда-нибудь едем или дома. А теперь мы решили погулять с Этуалькой и с дочей. Привет, доча. Привет. Остановились тут немножко водички попить. Парк пустой. Практически никого. Ну, сегодня 13 июля. Может быть, люди на работе. А может быть, на море. А мы гуляем в парке. И очень Этуалька хочет поиграть в Пипу. Ну что, поиграем? Пипа у нас вот такая. Новая, почти хорошо забытая, старая. Будем играть? Ну, давай попробуем. И... Полетела кукла. Ах, ты моя бусинка. Бусинка ты моя. Нашла? Молодец. Еще раз. А попросишь? А? Как Этуалька хочет, а? Ты же ее очень хочу. Я очень хочу. Сейчас телефон поменяю в другую руку. Иди ко мне, ко мне. Танцуй. Покажи всем, как ты умеешь. Умница. Вот, очень легко научить собаку. Давай, танцуй. Этуаль, ко мне. Что там? Зайка моя, ищи. Умница. Что ты там, уж травы нахваталась вместе с игрушкой. Ох уж эти бультерьеры. Давай, прожуй травинку. Неси Пипу. Вот что ты ешь? Зачем? Сухую траву. Не надо. Ох, это не собака, а смешная мышка. Мышка любимая, смешная. Да. Вместе с Пипой. И трава у нее в зубах. И все на свете. Побежали? Ищи. Обманули. Ищи. Ну, Этуаль очень любит играть в Пипу, особенно искать. Я еще, бывает, закрываю глазки, нашла. И пока она не найдет, она не уйдет. Очень полезная игра. Глазки закрыл, в карман положил. Она будет ее долго искать. Но она, бывает, потом вычисляет.